Итак, всем привет, моя зеленая банда, с вами Fluttergreen, и сегодня мы будем делать реакцию на такой вот видос, как... Ну, собственно, продолжаем смотреть сериал «Горничная», уже третий эпизод из пяти. Да, я знаю, что я с этим немножко задержал, но надеюсь, это ничего страшного. Что ж, давайте-ка начнем. Так. Я забыл по поводу музыки, сорян. Нельзя музыку... А, точно, я могу и наушники, в принципе, снять. Что? Да как он вообще узнал, что у меня есть родители? Ну, по-моему, мы на этом и закончили, да? Успокойся, малышка. Я подумал, что если ты здесь работаешь, и чтобы каждый день не ходить так далеко домой, то ты могла бы здесь пожить. Ну, как, согласна? Окей, почему так скрытно прям? Подозрительно это. Соглашайся, разве тебе здесь плохо? Большой дом, красивый хозяин, хорошая зарплата. Соглашайся, разве тебе здесь плохо? Да-да-да, то же самое. Но что за прикол? Это кто? Кто это? Что это за духи? Соглашайся, ты не пожалеешь. Хорошо, я буду здесь жить. Отлично, а теперь поспи. Завтра у тебя много работы. Блин, она так смотрит, будто загипнотизирована. А потом просто легла, ну ладно. Утром Аврора проснулась, как будто бы не в своем теле. Что со мной? Почему я ничего не помню? Надо бы уже начать работать. И побежала такая. Он, видимо, бизнесмен какой-то. Доброе утро, Ян. У вас есть для меня работа? Ля какой. Доброе утро, малышка. Тебе сегодня нужно вытереть пыль на полках и убраться в ванной. Хорошо. Сначала уберусь на полках. Что это? Беги! Окей. Наверное, какой-то мусор. Действительно. После уборки. Ну все, здесь... Прошу прощения. Ну все, здесь я убралась, теперь можно идти в ванную. Взяла, выкинула предупреждение, ну ладно. В ванной. Это что, кровь? Знаешь, малышка, до тебя здесь работала еще одна девушка. Сначала все было нормально, но потом она осмелилась зайти в мой подвал, и я ее убил. Том-том-том, ты монстр. Я больше не могу здесь оставаться. А кровь пропала. А, окей, я думал, она сначала вытерла кровь, а потом убежала. Далеко не уйдешь, жалкая девчонка. Ну, окей. Беги, горничная. Ты никуда не уйдешь. Что, сейчас будут какие-то суперпауэрс?
Конец третьей серии, ну ладно. На самом интересном месте. Между прочим, следующая часть, она... Я не понял такого прикола. Она почему-то идет... Вот, все серии называются... Первая серия с пяти, вторая серия с пяти и так далее. И последняя серия называется... Сериал «Горничная». Четвертая и пятая из пяти, при том, что там самая короткая... Самая короткая, собственно, серия получается. Так что, ну блин, ну зачем? Зачем так делать? Надо было переназвать просто прошлые серии. Если вот идеи были только на четвертую серию, надо было просто переназвать в там первое... Первая из четырех, вторая из четырех и так далее. Ну да ладно, вот такая вот серия получилась. Всем спасибо за просмотр, с вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока.